Всем доброе утро, ребят. Я сейчас только проснулась. У меня жутко заложило вот это ухо, то есть эти мухи, я теперь ничего не слышу. Я уже позавтракала, сейчас иду чистить зубы и одеваться. И мы едем убираться в квартиру. Поехали. Это, кстати, влог. Попрактикуюсь в этом. Поехали. Все, я уже, в принципе, одетая, собралась. Сейчас осталось только собрать себе, что я с собой возьму. Наушники уже со мной. И как бы все, будем выезжать. Да если нет, мы сейчас будем ждать дедушку, который нас сюда повезет, и поедем. Я на стриме в курсе, то есть я сегодня собиралась докрасить этого жирафа. То есть я вчера уже успела сделать фон. И мне осталось докрасить самого жирафа. Вот, еще где-то у меня есть золотая ручка, обвести вот эти вот все контуры. Ну, это уже сегодня сделаю, когда приеду. Ну, может, сейчас несколько контуров введу. Не терять время, я уже поставила наушники на зарядку, потому что день нам, скорее всего, предстоит долгий. А может, часа два, я не знаю. Вот, кстати, еще буква у меня есть. Как-то так. Нет, наверное, я сейчас пока еще сяду по контуру попажу. Все, сейчас уже дедушка подъезжает, и мы пойдем уже. Поедем, точнее, в квартиру. Я вам взяла, возьму с собой только наушники, но, в общем-то, я уже готова. Тут просто лед кругом. И как мне, блядь, идти? Тут очень скользко. Прикольно, катимся. Катится, катится, голубое вагон. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Ириночка, спокойно. Вспоминай, давай. Каток. Это просто каток. Сейчас я себе всю подушку сотру, будет тебе каток, Арина. Прикол. Я, кстати, уже на улице уже жду машину с дедушкой. Точнее, дедушку с машиной. Да. Прикольно. Ай. And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Сейчас 9:36. Ну что, если я люблю морковь? Давно я тут не была. Что? Ничего. Прикольно. Туалетик. Здесь еще пока что работает. Но уже туалетик. Неплохо так. Неплохо. Это моя будущая квартира. Такой срач.
Это однокомнатная, если что. Я себе. Ну, а это я могу сам сделать, да, и вам это сделать. Можно сами сделать. Давайте видим на балкон. Ой, блин. Там прихлопни, ладно? Здесь прям очень большой и, ну, я не знаю, камера это не передает, и с огромным эхом. Эхо! Эхо! Потому что там сверлит дедушка. Сейчас послушаем, если это сверлит еще раз. Мусорокоробки. Вот. Мне очень важна миссия. А мама там кухню дает. Я таскаю коробочки. Сейчас мы зайдем. Я вам все покажу. Мне ключ выдали. Мы подходим. Давай. Короче, все, дочница не закрылась. Теперь наверх. Так, второй этаж. Я живу здесь, на втором этаже. Смотрите, мои. О! Я скоро буду жить на втором этаже. Ой, я уже иду уже обратно. В принципе, топаю сикоток. Круто. Ой, рука вот тут болит. Так, давайте внутри. Хочу все вытащить. Их там, кстати, довольно много.
наушничек, чтобы он все пикает. А, во! Отлично вообще. Помню. Фу, я уже помню. Тумбочки. Еще раз толкаем. Что мы здесь толкаем? Сейчас все. Очень зря холодно на улице. Оказывается. Я с утра не позавтракала. Теперь я жутко хочу есть.